Фантастический ландшафт в Первоуральске. С наступлением весны почва и лужи в районе Магнитского переезда приобрели ярко-желтый цвет. Вот только люди этому не рады. Местные жители уверены, ярко-желтые лужи и сугробы – последствия утечки химикатов с расположенного неподалеку предприятия «Русский хром» 1915. И так происходит каждый год на протяжении десятилетий, утверждают первоуральцы. Они предпочитают обходить эти места стороной. Если тут ходить по дороге, это не опасно. А если вот скот пасут, что ли, это опасно маленько. Представители предприятия уверяют, пугающие с первого взгляда лужи безопасны для людей. Все дело в том, что на этом месте находится шламохранилище, построенное с нарушениями еще в советское время. Оно находится на разломе земной коры. В резервуаре накоплено 7,5 миллионов тонн отходов. И каждую весну из-за половодья вода, насыщенная хромом, поднимается на поверхность. Представители «Русского хрома» заявляют, фактически территории под шламохранилищем никому не принадлежат. Но проблему пытаются решить. Установлены насосы, которые откачивают воду с хромом, затем ее очищают, а после выливают обратно в реку Чусовую. Идет поиск технологий по их переработке. Действующее производство, оно складирует свои отходы совершенно сейчас в другом виде, в сухом, на отдельном гидроизолированном полигоне.